продолжаем работу. В Актобе двое рабочих пострадали при проведении работ в кабельной канализации. По данным департамента ПЧС, во время ремонта произошел хлопок парогенератора. В результате мужчины получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в отделении реанимации больницы скорой медицинской помощи. Состояние одного из них медики оценивают как стабильно тяжелое, а вот другого — средней степени тяжести. Работники МАО производились очистительные работы в кабельной канализации для обеспечения проходимости кабельных каналов. Обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту материал передан по территориальности в городской отдел полиции № 2 в управление полиции города Актобе.